Юбилейный Сабантуй. В 25-й раз в Иванове отметили праздник плуга. Так переводится слово «сабантуй» с татарского. Когда основные сельскохозяйственные хлопоты позади, башкиры и татары отмечают народный праздник окончания весенних полевых работ. Пока не наступила пора сбора урожая, есть время для отдыха. Это международный праздник уже на сегодняшний день, зафиксирован ЮНЕСКО. Много стран проводит Сабантуй, не только в России, проводится в Англии, Франции, в Австралии, в Америке. И федеральный Сабантуй у нас общий бывает еще в России. Высоких гостей в субботний день в парке Степанова встречали с национальными угощениями. Подчивали караваем и чак-чаком. Это наше национальное татарское блюдо, называется чак-чак. Готовится оно, с одной стороны, очень просто. Вот каждая хозяюшка умеет готовить, каждая татарская девушка. В составе мука, яйца и, конечно же, наш татарстанский вкусный ароматный мед. И украшается вот такими вот конфетами. У девушек вот представлено и конфетти. То есть на вкус хозяюшки украшается этот чак-чак. Для гостей праздника организаторы подготовили большую трехчасовую программу. Песни, танцы, национальные игры, конкурсы и народные забавы. Перед ивановцами выступили исполнители коллектива из Татарстана, а также вокально-театральная студия «Мира» с национальной культурной автономией татар Ивановской области. Нам пришел сегодня праздник. И чичак, батырь, проказник, сабантуй, сабантуй, пой, кыши, играй, танцы. Самый яркий, зрелищный момент Сабантуя – традиционные для татар и башкир соревнования по борьбе на поясах кареш. Это силовая борьба, в ходе которой соперники пытаются оторвать друг друга от ковра и сделать бросок. По словам организаторов, участники поединков не уйдут без призов, а победителю достанется щедрый подарок. Главному, который займет, кажется, приз, первый приз – это батыр Сабантуя. Это баран и телевизор от главы города Иваново. Ну и какой же праздник без угощений? В этот день можно было попробовать национальные блюда. Стол ломился от угощений. Сабантуй переводится как «праздник поля». Все продукты на столе, уже, которые уже поспели. На юге уже поспели собирать урожай. Сюда, альхамдулиллях, прислали. Мы главным блюдом угощаем это плов. Национальное блюдо тюркских народов. К этому блюду подготавливаем уже вот всякие в виде закусок, салатов. Это вот легкие салаты, помидоры, огурчики. Наши любимые соленья. Это капуста, жареная картошка, кто любит на вкус это. Наши национальные колбасы. Это все из Республики Татарстан привозится или из Нижегородской области. Все из халяльной продукции. У нас чистая, переводится чистая, халяльная, значит, разрешенная. Ну а еще гостей угощали знаменитым татарским чаем на травах. В его составе мята, душица, иван-чай, зверобой. А вот алкогольные напитки на Сабантуе не приветствуются. Как говорят татары, если гость пришел с чистой совестью и добрыми намерениями, то идти он должен точно так же. Любовь Почерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.